Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у меня распаковка посылки. Купил я светильник на сайте AliExpress. Светильник необычный. В него встроен вентилятор. Посылка очень хорошо запакована, поэтому упаковка и сам светильник не пострадал. Снизу стакан, туда можно класть ручки и карандаши. Кнопки сенсорные. Верхняя часть хорошо изгибается, можно сделать любой наклон. Посмотрим технические характеристики. Светильник дает свет в 200 люмен. Питается от 5 ватт. Может работать без питания. В нем встроен аккумулятор. Очень удобно. Можно переносить в любое помещение. В комплекте идет кабель для подзарядки и для питания. Паспорт. Паспорт на английском языке. Гарантия от продавца. Сертификат. Аккумуляторы были заряжены. Корпус гладкий, обтекаемый, очень приятно держать в руках. Давайте протестируем. Можно повернуть в любую сторону и делать направленно вентилятор, и в любую сторону повернуть сам светильник, направить луч света. Сзади гнездо для подключения USB кабеля. Питается он от подзарядки. Для телефона можно подключать к компьютеру, к ноутбуку. Регулировка яркости света. Можно сделать ярко, тусклее, до самого тусклого цвета. Какой свет вам комфортный, можете выставить.
Можно использовать как ночник, можно использовать как для чтения книги. Все очень удобно. Работает как со шнуром, так и без шнура. Одинаково светит ярко. Принимает любое положение, любой изгиб. Вытаскиваю пропеллер. Пропеллер сделан из плотной резины, эластичный, хорошо гнется. Моторчик бесшумный. Сейчас проведу тест. Абсолютно не больно. Безопасно для детей. Моторчик сразу останавливается. На сайте указано два варианта. Один стоит 1137 рублей, который купил я, 1390. Давайте посмотрим технические характеристики. Покрытие железа. Материал корпуса алюминий и железо. Давайте посмотрим размеры. Они разные. Мой вариант, он повыше. Кнопки срабатывают только прикосновением. Регулируется яркость света. Может питаться от различных устройств. LED 20 лампочек светодиодных. Вес посылки 600 грамм. Ее размеры 30 сантиметров на 20 сантиметров на 15 сантиметров. Всем, кому понравилось видео, ставим палец сверху, подписываемся на канал, буду вам благодарен. Спасибо за просмотр, до свидания.